25 интересных фактов о Мэрилин Монро. Среди всех звезд прошлого века особенно выделяется Мэрилин Монро. В нее влюблялись с первого взгляда, ее боготворили, ее преследовали поклонники. Но она стала такой знаменитой не благодаря привлекательной внешности, а благодаря изумительному таланту. Монро была щедро одарена природой, великолепная актриса и обладательница чарующего голоса, она добилась успеха во всем. Настоящее ее имя – Норма. Она получила его в честь актрисы Нормы Талмадж, прославившейся в начале 20 века в эпоху немого кино. Во время Второй мировой войны будущая звезда работала на авиационном заводе, проверяя качество парашютной ткани и помогая окрашивать корпуса самолетов. Так как у матери Мэрилин Монро были проблемы с психикой, девочку отдали в детский дом. Ее удочеряли 11 раз, но каждый раз возвращали обратно. Характер у нее, очевидно, был очень непростой. Больше всего во время своей актерской карьеры она боялась, что к ней прилипнет амплуа легкомысленной дурочки, и активно совершенствовала актерское мастерство, чтобы этого избежать. Из-за долговременного контракта Мэрилин Монро, будучи на пике популярности, оставалась одной из наименее оплачиваемых актрис Голливуда. Актриса вела личный дневник, в котором записывала те мысли, с которыми не могла ни с кем поделиться. Монро была первой девушкой на обложке журнала Playboy. За это ей заплатили всего $50. Она трижды была замужем. Мэрилин Монро очень любила читать. В ее домашней библиотеке было более 400 книг самых разных жанров. Голливудская звезда так и не закончила даже среднюю школу. В начале карьеры, выбирая себе псевдоним, она сперва склонялась к тому, чтобы назваться Жанна Дер. Во время съемок Мэрилин часто ссорилась с режиссерами, так как не слишком ответственно относилась к своей работе, опаздывала, забывала роли, путала реплики. Актриса делала пластические операции по изменению формы носа и подбородка. Сама она никогда этого не говорила, информацию разгласил ее агент. Мэрилин Монро стала первой женщиной-кинопродюсером. В свободное время она любила готовить, причем делала это очень искусно. Ради того, чтобы выйти замуж за Артура Миллера, который стал ее третьим супругом, Монро официально приняла иудаизм. Ее второй муж обещал, что если он ее переживет, то будет каждые выходные приносить ей цветы. После смерти актрисы он делал это на протяжении 20 лет, до своей собственной смерти. Любимыми духами Мэрилин Монро были знаменитые «Шанель номер 5». Одно время у нее жил терьер, которого ей подарил Фрэнк Синатра. Последний фильм с участием актрисы так и не был завершен из-за ее внезапной смерти. Когда актриса хотела погулять по улицам без толп поклонников, она надевала черный парик. Первый раз Мэрилин Монро вышла замуж в 16 лет. Натуральный цвет ее волос – каштановый. Официально считается, что актриса покончила с собой. Что же там произошло на самом деле, никто не знает. Она прожила на свете всего 36 лет. Написанная Мэрилин Монро автобиография была опубликована лишь спустя 10 лет после ее смерти. Не забудьте подписаться на канал и ставьте лайки.